Глубокоуважаемый Алексей Михайлович, глубокоуважаемые коллеги, глубокоуважаемые гости форума, который имеет красивое, теплое и настоящее название «Белые ночи». В этот прекрасный месяц, когда проходит форум с 5 по 8 июля, во-первых, Санкт-Петербург красив, так же красив проходит и форум. Собирается огромное количество онкологов, радиологов не только России, но и со всех стран мира, которые хотят поделиться за год новыми интересными достижениями в онкологии. И очень прекрасно, что вы подхватили этот порыв, очень важный для наших онкологов России, и продолжаете развиваться в очень сильном, бурном и в очень интересном профессиональном направлении. Причем каждый форум, который проходит ежегодно, вкладывает новые интересные и разработки, новые технологии и в лекарственной терапии, и в хирургии. И очень интересно просто посещение друг друга, посещение вашей клиники, видеть, как вы развиваетесь дальше, какие интересные моменты вы пытаетесь доложить в развитии многих технологий в онкологии. Поэтому действительно форум приобретает очень важное практическое значение для онкологической службы России, но и также для и науки, которая очень важна в онкологии. Очень многих интересные моменты и организационные. Поэтому «Белые ночи» – это стала, так сказать, важная конференция, важный форум, который действительно теперь имеет не только просто международная конференция или форум, а он имеет очень хорошее название «Белые ночи». Поэтому приглашение ваше очень серьезное, очень важное, с докладами, просто с посещением, прослушать те интересные моменты, которые будут докладывать и международные коллеги, и наши коллеги. Поэтому ваше приглашение для нас и приглашение для всех тружеников онкологии России очень важно. Поэтому я думаю, что мы не только выполним свой долг посещением или вкладом в научные разработки онкологии, но главное, услышим друг друга, что нового достигнуто в течение года во всех наших онкологических диспансерах и наших федеральных институтах. Это мощный итог и в то же время толчок для нового развития и вашего прекрасного форума и института, и также многих других диспансеров, которые посещают ваш форум.